Всем большой-большой привет! Меня зовут Люба. Сегодня я расскажу свой способ, как я чищу вот такие кастрюльки. Не удивляйтесь, не ужасайтесь, эта кастрюлька мне практически не нужна. Я в ней на Пасху крашу яички. Туда добавляю и зеленки, и... То есть я за ней не ухаживаю. А, наверное, зря. Это видео я снимаю не одна, а совместно с моей подругой Аленой. Любонька, привет! Всем огромный привет от канала «Дом большой кошки». Она мне позвонила, сказала свой способ. Я поделилась ей своим способом. Хочу провести эксперимент. Налью водички. Одну сторону своей ужасной кастрюли прокипячу, поварю своим средством, содой. А вторую часть я буду оттирать Алёниным средством. Поехали! Соды можно не жалеть. Где-то приблизительно вот так я ее насыпала. Наливаю водичку. И поставлю сейчас на огонь. Пускай она мне кипятится. Результат будет шокирующим. Так, ставим на огонь. Поставила варить одной частью. Вода только начинает закипать, а уже грязная. Засекаем время. Через полчаса я могу показать результат. Грязь сама отходит. Спустя полчаса кастрюлька поварилась в соде. И, как заметно, она белая, вот, она белая, тоже делает чудеса. А здесь, где осталось, я набрызгаю Алёниным средством антижир. Поставлю его сюда и еще раз набрызгаю. Я за полчаса отварила свою кастрюльку. Посмотрим, как Алёнино средство. Поможет ли она этой ужасно страшной кастрюльке? Ждем. Часик постояла кастрюлька в Алёнином средстве. Я 3 раза брызгала. И, что хочу сказать, достаточно мне нравится. Оба средства мне понравились. Только встал вопрос времени. Одно быстрее, другое дольше. То, что не отошло, поварю-ка я своей любимой соде. Снаружи она у нас чистая, а вот как внутреннюю часть, тоже так же насыпаю соду и кипячу. Ну как вам результат? По-моему, отлично. Все справилось, все оттерлось. Приглашаем вас к Алене в гости на ее канал «Дом большой кошки». Ссылка будет в описании. Всем пока-пока! Всем пока-пока и до новых встреч! Увидимся!